Нравится мне такая работа. Всем привет, друзья! Итак, сегодня последний рабочий день. 6 часов утра. Сейчас вот только что прошла stretch and flex, то есть зарядка. Где-то полчаса она идет. Значит, осталось последнее задание сделать на сегодня. Это вот силиконить края этого уголка из нержавеющей стали. Это просто пленка, ее потом надо будет содрать. Все, и вчера работаем мы вдвоем с бригадиром. И вчера бригадир мне сказал, что независимо от того, сколько мы будем работать, меньше дня рабочего, если быстрее закончим, все равно мне начальник заплатит как за полный рабочий день. Так что вот так вот. Есть и положительные моменты в жизни. В целом по работе вывод можно сделать, что работа оказалась несложная. То есть установка панелей потолка, подвесного потолка. Здесь немножко другое. Здесь как бы цельная идет. Это не наша фирма занималась. А у нас панели из стеклопластика. Мы устанавливали их в течение 2,5 недель. Все. И потом еще вот работа с нержавеющей стали, с волками с этими. Вот у нас по низу идет тоже обшивка с нержавеющей стали, да, тоже уголок. Все это на силикон, держится на силиконе. И по краям тоже идет заделка всех швов. Швы по потолку вот здесь мы тоже делали. Конечно, запах сконцентрировался. Мы просто закрыли дверь, чтобы пыль не попадала. И уже немножко пошел как бы такой запах. Пришлось подышать. Вот использовали такой вот белый силикон. Он когда затвердевает, он как камень становится. Его вообще у него высокая адгезия. И, то есть очень хорошо пристает к материалам.
Естественно, надо будет предварительно все это обезжиривание, поверхность. Вот это вот так называемый алкоголь. Вот здесь. То есть предварительно обезжиривается поверхность. И потом специальным аппаратом, пистолетом, который работает на воздухе с использованием компрессора, уже наносили этот силикон. Это я делал впервые, но ничего, справился с задачей. Там просто основная сложность, то что надо быстро наносить, так как он схватывается, этот силикон, очень быстро. Этот компаунд, он состоит из двух элементов, затвердителя и основного компонента. Вот так вот. Все, понравилось то, что работали сложно и были овертаймы. То есть по 10 часов в день работа. Образом снимаем. Все. Да, это короткий термин, короткий срок, работа краткосрочная, но тем не менее я уже здесь познакомился с ребятами с крупной компании, которая наняла нашу компанию. И сегодня уже с бригадиром переговорил, то есть сказал, что я ищу работу. Сегодня последний рабочий день у меня с моей фирмы. И он сказал подойти попозже. И переговорить можно будет по работе. Может и возьмут. То есть главное начать. Я говорю, я берусь за все работы, как бы, даже если короткий срок, многие просто не пропускают. Сразу ищут большие компании. Ну, я просто принял работу, потому как эта работа связана с внутренними, с внутренней отделкой. То есть мне это больше устраивает, больше нравится, чем с наружной отделкой. Я работал на строительстве моста. То есть там у нас было все связано с бетоном. Любую погоду работали, дождь, не дождь, мы должны были работать. Здесь при любой погоде ты находишься под крышей в тепле. И это считается финишная работа. Тоже мне нравится больше финишная отделка. Поэтому я эту работу принял, несмотря на то, что это короткий срок. Был сразу установлен 2 недели, хотя я проработал почти 3 недели. Сегодня вот четверг, но предположительно это последний уже день. В принципе, тут осталось только просиликонить этот уголок. Тот уголок тоже просиликонить, снять пленки и все. И еще в одной комнате тоже такой уголок. Это мы вчера его посадили на силикон, вот такой вот белый. Но это мягкий силикон, держится на месте. А это уже такой как камень. Он очень быстро застывает, его надо, поэтому сложность вся, что надо очень быстро наносить его, чтобы не было потеков, сразу же все, удалять потеки, иначе через несколько минут уже и не удалишь. Так он быстро затвердевает. Вот и все.
Так что так, ребята. Всем желаю удачи, хорошего настроения. Поздравляю всех с праздниками. Все будет хорошо. Потом, как уже со следующей работой получится или нет, как я устроился, тоже уже позже постараюсь снимать видео. Но у меня есть еще и много материалов, видео по этой работе. Просто, честно говоря, не успеваю монтировать видео. То есть так. Строгие правила, нельзя без каски, то есть, да, соответствующая одеваться, reflective vest, то есть светоотражающая жилетка должна быть, или любая форма, которая имеет полоски светоотражающие, то есть перчатки должны быть, очки, это все обязательно, это так называемое PPE. Personal Protection Equipment, то есть персональные средства защиты. Это очень строго здесь. Все, строительство Seattle Children's Hospital, больницы, госпиталь для детей. Этот госпиталь уже будет способен обслуживать до 1000 детей в год, так как это уже большое помещение рядом стоит. Я видел, проезжал, небольшого размера, то есть там, по-моему, одноэтажный госпиталь тоже, Seattle Children's Hospital. Он обслуживает до 100 человек в год. Этот уже имеет 13 этажей. Несколько уровней под землей, там паркинг, лаборатория. Вот, кстати, это подземный уровень. Здесь научно-исследовательские лаборатории, эти все комплексы. Это комната, это здесь будут мыть животных, клетки, может быть, не знаю, там, в той, которой комнате мы делали потолки, там оборудование стоит, мощные машины, чтобы мыть клетки животных. Сейчас я покажу. You see, everything going good. How what he say? Oh, he say like a little bit late. He will talk with me, but I have a job. I have to finish this job. Oh. And I will find him. Yeah. And figure out. But to be honest, you need people. Yes, your firm needs people. Yes. Yeah. I mean, I think they probably need people. Yeah. It's okay. I'm not sure. Yeah. We'll see. Maybe. Yeah. Who knows? Life is... Yeah. Did you give him your name? Huh? What union are you? Local 30. Oh, 30? That's yeah. What I am too, yeah. You too? Yeah? Yeah. Oh. But you already, like, a lot of time in Local 30, yes? Yeah, since 95. 95, oh. Yeah. Yes. But I'm just begin. Oh. Yes. Okay. I'm apprentice, first level. Oh, okay. Brand new. But yeah. Anyway, I had experience in my country. Yeah. But I right. decided to start from zero. Well, yeah, that's good, man. Yeah, because I have to learn terminology. This different country, different language. Right. That's yeah. why I need to start from yeah. Yeah, beginning. Yeah, that's good. Yeah. Work up through the ranks. Yeah, you just gotta get. Yeah. You know, with the right.
Yeah. People and stuff. Yeah, that's why I'm looking for a good crew, good people. It's very important, you know. Yeah. Job site is like way to success. Yeah. To reach success. Yeah. Okay. Good. Yeah. Okay. Okay. See you. Yeah. Это был джорнилинг специалист. Он работает на этой крупной компании, в которую я хочу сейчас устроиться. Вот наши уголки здесь, которые мы ставили. Вот это уже по силиконе. С нержавейки. Это потолок мы делали, панели эти устанавливали. Здесь оборудование стоит для моечной машины, вот эти все. Для животных клеток. Очень дорогое оборудование, все с нержавейки, медные трубы. Подъедет, надо ему показать, что я сделал. Такую работу может сделать каждый, ничего сложного. Ее делают все, и специалисты, и ученики, просто разная зарплата у каждого. Если у меня зарплата 26 долларов в час здесь, то специалисты получают гораздо больше. Там 40 и выше идет зарплата. Так, надо немножко ровнее постараться. Где-то 1/16 должна быть инча, то есть около миллиметра. Все обезжирено предварительно уже, здесь плотно. Сильно придавливать, чтобы не проник, не попал силикон на панель лишний. Все должно быть качественно. Вот отлично.